Рубрика «Вопрос-ответ». Как в ГИМПе удалить фон? А точнее, каким образом нам отделить, например, объект на переднем плане от фона? Дело в том, что способов сделать это существует множество. Давайте рассмотрим один из них. Так называемый способ, когда мы, используя значение одного из каналов нашего изображения, создадим на базе этого маску. И благодаря этому мы можем скрыть этот, соответственно, фон и, если необходимо, то и полностью его удалить. Соответственно, сделать эту область прозрачной. Давайте сделаем это. Передо мной тестовое изображение, обычная фотография, открытая в ГИМПе в формате JPEG, JPG. В ней нет альфа-канала, мы его сейчас добавим. Хорошо. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется зайти в каналы и посмотреть, какой из каналов мы можем использовать для создания маски выделения. Давайте сначала отключим глазики и посмотрим. Я всегда смотрю с нижнего, с синего. Синий не подходит. Красный, зеленый точнее, не подходит. Красный подходит. То, что надо. Теперь включим все глазики. Дело в том, что мы могли бы воспользоваться специальным инструментом у нас, который находится в меню «Цвет», «Составляющие» и так называемый «Извлечь канал». И если необходимо, например, анализировать более сложные изображения, то как раз этот инструмент нам и нужен. Но мы, видя это изображение, и понимаем, что здесь в основном присутствует у нас, соответственно, желтый и зеленый. Поэтому нам достаточно воспользоваться той информацией, которая у нас непосредственно есть. И никогда не забывайте, что когда вы работаете с каналами, нужно всегда учитывать и не забывать, активные каналы или нет. Это очень важно. И включены ли глазики, или, соответственно, выключены. Берем наш красный канал, вот этот, и перетаскиваем его мышкой, левой кнопкой, непосредственно ниже, вот сюда. Теперь сделаем следующее. Идем в слои и погасим этот глазик на время. А вот копию красного канала, которую мы сделали, глазик включим. Давайте вот это изображение, которое непосредственно у нас содержится в канале, чуть-чуть преобразуем. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным инструментом, в который находится в параметрах в меню «Цвет». Называется «Порог». Он превращает наше изображение в двухцветное, черно-белое. Смотрите, мы находимся сейчас на маске. Глазик включен. И не выходя отсюда, давайте попробуем подвигать вот эти ползунки и посмотреть, какое именно значение нам нужно. Мне все устраивает. Я нажму ОК. Теперь зайду в глазик, в слои и включу глазик. И посмотрю. Я вижу косяки. Их надо убрать. Мы находимся, подчеркиваю, непосредственно на нашем канале. Он у нас активен. Берем, соответственно, кисточку. Жесткую. Hardness 100 в данный момент. И черный. И вот эти области просто закрашиваем черным. Мы сейчас работаем с копией красного канала. И на базе значения этого канала сейчас создадим маску выделения. Вот она. Хорошо. Теперь переходим в наши слои. Мы на базе нашего канала создали маску выделения. Я подчеркиваю. Теперь переходим в наши слои и делаем следующее. Правой кнопкой по нашему вот этому изображению. Добавить маску слоя. Здесь выбираем пункт «Канал», «Копия красный», «Добавить». Вот таким нехитрым способом, используя информацию одного из каналов, мы создали маску слоя, которая скрыла эту область. Если вам реально необходимо удалить вот этот фон или сделать его прозрачным, то можно просто применить эту маску. Пожалуйста. И если также необходимо, мы можем изображение обрезать до содержимого или, соответственно, слой. Также можем обрезать до содержимого, если это необходимо. Вот этот один из очень простых способов, базирующий на том,
какая информация находится в каком канале и как эту информацию использовать для создания масок выделения и последующих масок слоя. И никогда не забывайте, когда вы работаете с каналами, вы можете вот эти каналы спокойно перемещать, ухватившись за них, например, во вкладку «Слои» и бросить его здесь. И далее, например, вы можете вот эту маску выделения редактировать как отдельный слой. А когда вы уже ее отредактировали, вы можете обратно перейти и бросить ее сюда в каналы. Вот и все. Но в данный момент получится копия. Рассмотрим еще один способ, как можно, например, убрать вот у нашей вот этой бабочки вот этот белый фон, особенно белый. На белом это хорошо работает. Эту бабочку мы рассматривали в видео про маски слоя. Смотрите, у меня есть фотография вот этой изображения этой бабочки, альфа-канал добавлен. У нас в меню «Цвет» есть специальная такая команда, называется она «Цвет в альфа-канал». И она же дублируется в слоях. В пункте «Прозрачность», «Цвет в альфа-канал». Этот инструмент делает потрясающую вещь. Он может нашу вот этот белый цвет превратить в прозрачный. Посмотрите. Здесь есть специальные ползунки, с помощью которых мы, передвигая, так называемый, задаем порог, который нам необходимо. И, соответственно, порог прозрачности и порог, так называемый, непрозрачности. Смотрите. Вот таким простым образом, работая вот с этим инструментом, точнее командой, можно убрать вот этот белый фон на фотографии и заменить его прозрачностью. Но с ним нужно быть очень осторожным, потому что белый может присутствовать непосредственно на нашем изображении. Но иногда это бывает полезно. Тем более всегда не забывайте, на базе с помощью этого инструмента и когда мы, например, можем задать некую прозрачность вокруг, мы можем уже создать маску, используя вот как раз этот инструмент, и уже сделать все это более аккуратно. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.